Здравствуйте, вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 16 июля. В студии работает Андрей Тен, и так коротко о главных событиях. В ночь на 15 июля в Караганде сгорел мебельный салон «Зета», расположенный на юго-востоке города. Жертв и пострадавших нет. В сети распространяется информация о том, что это якобы был поджог. Фестиваль «Жескейк» в Улытау собрал представителей трех континентов. Грандиозный вечер фольклорной музыки был организован в специально сооруженном этноауле. Республиканский военно-патриотический слет «Айбын-2018» пройдет в Караганде. В традиционном мероприятии примут участие свыше 500 воспитанников военно-патриотических клубов. И теперь подробнее об этих и других событиях. В ночь на 15 июля в Караганде сгорел мебельный салон «Зета», расположенный на юго-востоке города. В пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на момент прибытия пожарных подразделений происходило горение мебели, двух оконных блоков и оргтехники в торговом зале на первом этаже. В сетях появилась информация, что к возгоранию могут быть причастны злоумышленники. Однако ни спасатели, ни полицейские пока это не подтверждают. 15 июля, 2:54 в микрорайоне Степной, дом 4, произошло возгорание мебели двух оконных блоков и оргтехники в торговом зале на первом этаже в мебельном салоне «Зета». Пожар был локализован 3:15 и ликвидирован 4:02. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – поджог. Эта версия отрабатывается соответствующими органами. И к другим новостям. Фестиваль «Жескейк» в Улытау Карагандинской области собрал представителей трех континентов. Грандиозный вечер фольклорной музыки был организован в специально сооруженном этноауле. Международный фестиваль проводился в рамках государственной программы «Рухани Жангару» с реализацией проектов «Духовные святыни Казахстана» и специальной программы «Туганжер». На международный музыкальный фестиваль «Жескейк» съехались около 100 музыкантов из 9 стран мира, а именно из Японии, Шотландии, России, Польши, Франции, Турции, Таджикистана, Перу и Мексики. Иностранных гостей встречали в этноауле, который в предгорье Улытау соорудили специально для проведения масштабного праздника музыки. Здесь установили сцену, алтыбакан и казахские юрты. Больше всего иностранцев поразило гостеприимство нашего народа. Это потрясающий опыт. Здесь все очень гостеприимные. Я никогда прежде не бывала в стране, жители которой столь дружелюбны. Благодаря музыке я имею возможность посещать другие страны, знакомиться с интересными людьми. Это то, что привлекает меня больше всего. Мне понравилось в Казахстане. Я хотела бы вернуться. В ходе фестиваля артисты представили вниманию зрителей музыку родных краев. Так, одно из самых запоминающихся представлений показали сказители Алтая, которые покорили казахстанцев горловым пением. В Казахстане очень нам здесь нравится. Во-первых, очень гостеприимный народ. И именно на этом фестивале такая дружеская атмосфера. И с разных регионов, с разных точек мира приехало столько много интересных людей, столько много инструментов разных. То есть, конечно же, каждая поездка – это какой-то определенный опыт. И я думаю, что мы здесь тоже возьмем свою частичку и увезем к себе на Алтай. На территории этноаула раскинулись юрты и палатки, которые создавали атмосферу прошлых столетий. Чтобы ознакомить зарубежных гостей с культурой казахского народа, сотрудники музея поселка Жезде воссоздали точную копию кузницы средних веков. Здесь собраны предметы прошлых столетий. Все они попали в наш музей в разное время. В ходе фестиваля мы будем показывать участникам эти предметы и рассказывать про их назначение.
Далее стартовала концертная программа, которая проходила на трех языках. Сидя в первом ряду за музыкальными номерами, наблюдали высокопоставленные чиновники. В их числе министр культуры и спорта Арстанбек Мухамедиулы, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Значимое в жизни региона событие не прошло без участия первого казахстанского космонавта Тохтара Убакирова. На сцене министр культуры и спорта Арстанбек Мухамедиулы вручил главе региона Ерлану Кошанову благодарственное письмо от имени президента Нурсултана Назарбаева. Фестивальдің жоғары деңгейде өтіп, өнерсүйер қауымға шынайы қуаныш пен шаттық сезімін сыйлауына тілектеспін Қазақстан Республикасы президенті Нурсултан Назарбаев. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, в свою очередь, подчеркнул значимость музыкального фестиваля. Ведь, как отметил глава региона, радостный повод собрал в сакральном Улутау жителей трех континентов. Если раньше, во времена казахского ханства, Улутау объединял три казахских жуза, то сегодня здесь собирались представители трех континентов. Все это благодаря политике нашего президента и нашим предкам, которые боролись за независимость. Я считаю, что Рухани Жангару начинается именно с таких мероприятий. Насыщенная программа фестиваля никого не оставила равнодушным. Местные жители признали, что получили массу положительных эмоций и наслаждения от выступлений коллективов. Они уверены, что проведение международного фестиваля положит начало развитию туризма в регионе. Сегодняшний фестиваль, я считаю, что на высоком уровне прошел. Получается, много национальностей. Для Казахстана это большой плюс, в первую очередь для Карагандинской области и для нашей Ултавского района. Я считаю, что это, получается, первый такой шаг большой к туризму, чтобы у нас развивался туризм. Международный музыкальный фестиваль «ЖСКЕК» запомнился всем как праздник музыки, единства и дружбы. Зарубежные гости, несомненно, запомнят дни, проведенные в Улутау, и увезут с собой частичку Казахстана, родины кочевых племен и страны, где переплетаются традиции более 100 народов мира. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Традиционно в третье воскресенье июля в Темиртау отмечается один из главных городских праздников – День металлурга. В этом году это был праздник вдвойне. Казахстанской магнитке исполнилось 60 лет. С профессиональным праздником темиртауских металлургов поздравил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. И вот звенит, подняв могучий гул, расплавленным металлом бьет по нервам. Встречай, Казахстан! Темиртауский чугун! Программу торжества открыл аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он отметил, что невозможно отделить Темиртау и судьбу металлургического комбината. Нет в нашей стране других городов с такой удивительной историей. История Темиртау – это летопись казахстанской магнитки и трудовая биография нашего президента. Металлурги Темиртау, вы гордость и сила нашей страны. Есть такое понятие «человеческий капитал». И самой твердой валютой, как сказал наш президент, как говорил наш президент, является труд. Вы доказали в очередной раз свой высокий класс, выдав 10-летний максимум и производя более 4 миллионов тонн стали. Дорогие металлурги, с праздником! Здоровья, благополучия, семейного счастья и трудовых побед! Пусть над вами всегда небо будет ярким, дожди благодатными,
снег белым, а сугробы белоснежными. Мерекелериңіз құтты болсын. Рахмет. Затем состоялось награждение лучших металлургов, парад трудовых династий и выступление творческих коллективов. Во время более чем трехчасового концерта горожан своим исполнением порадовал десяток представителей казахстанской и зарубежной эстрады. Гвоздем программы стала группа «Ля Буш» и экс-солистка группы «Виагра» Надежда Грановская. Праздник завершился грандиозным фейерверком. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 4 человека, претендующих на работу, представили членам конкурсной комиссии липовые медицинские справки. Случай произошел в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции, где идет набор новых сотрудников. Очередной отбор на вакантные должности в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции преподнес членам конкурсной комиссии несколько сюрпризов. 4 из 27 кандидатов представили липовые медицинские справки 086 формы. Это подтвердило Управление здравоохранения. Напомним, ранее 5 июля ведомстве уже обсуждали зафиксированный факт продажи данных справок третьими лицами. Руководитель департамента Жандос Арсенов уверен, что начинать карьеру государственного служащего с обмана недопустимо. В данном вопросе каждый казахстанец, каждый гражданин нашей области, они должны проявлять свою гражданскую позицию. Если надо предоставить справку 086, значит, они должны пройти медосмотр и получить соответствующим образом, а не просто так купить. В настоящее время в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции трудятся менее 50 человек. Здесь работают люди, превратившие борьбу с коррупцией в свою профессию. Согласно новой системе оплаты труда, за свою работу специалисты получают достойную выплату. В скором времени ожидается, что заработная плата сотрудников департамента возрастет еще на 10%. Однако стоит отметить, что высокая заработная плата не единственное, что привлекает кандидатов. Одна из причин участия в конкурсе является желание посмотреть новые направления, работу, познакомиться с работой агентства по делам госслужбы. В ходе собеседования каждый из соискателей должен был ответить на 4 вопроса. В их числе ситуационные, мотивационные, а также вопросы о деятельности департамента. С их помощью члены конкурсной комиссии, в которую вошли руководители 5 управлений, должны определить лучших кандидатов на вакантные должности. В департаменте отмечают, что ищут активных, образованных специалистов, нацеленных на результат и готовых работать с населением. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В военно-патриотическом слете «Айбын-2018» примут участие свыше 500 воспитанников военно-патриотических клубов, победителей областных сборов со всех регионов страны. 16 июля на перроне железнодорожного вокзала организаторы встретили первых участников. Команда приехала из Кустаная. Будущих военных, а также их кураторов, встретил военный оркестр регионального командования «Астана». Команда, спешившая с железнодорожного вокзала на поле соревнования, явно настроена на победу. Молодежь не скрывает свой высокий энтузиазм и желание оправдать надежду своей малой родины. Наша подготовка на высочайшем уровне, я думаю. Потому что мы шли к этим соревнованиям. Участники традиционного слета – члены военно-патриотических клубов, учащиеся военной кафедры, воспитанники специальных военных школ-интернатов. Главная цель сборов является пропаганда здорового образа жизни, физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка современной молодежи. С работой артиллерийских подразделений, помощь на жизнь, условия.
Напомним, что 17 июля на территории учебного центра «Спасск» стартует республиканский военно-патриотический слет молодежи «Айбын», посвященный 26-летию вооруженных сил страны. В этом году в сборе принимают участие около 550 человек. Стоит отметить, что уникальность сборов «Айбын-2018» в том, что они получат статус республиканского мероприятия, направленного на военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Очередное поражение потерпел карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в матче регионального чемпионата премьер-лиги Казахстана. 14 июля в Астане горняки проиграли местной команде со счетом 2-0. Но это не все новости, связанные с «Шахтером». Слова здесь излишни. Результат говорит сам за себя. В очередном матче регулярного чемпионата премьер-лиги карагандинский «Шахтер» в очередной раз проиграл. На этот раз сухим счетом 2-0. В составе победителей столичной команды «Астана» голами отметились Алексей Щеткин и Марин Томасов. В этой игре серьезные повреждения получил карагандинский вратарь, капитан команды Игорь Шацкий. Он покинул поле в первом тайме после жесткого столкновения с игроком «Астаны» Сергеем Малым. Медики диагностировали у Игоря перелом лицевой кости. Сразу после игры семья игрока и руководство клуба навестили и поддержали капитана команды. Еще одна новость касается возможного нового главного тренера «Шахтера». По данным интернет-портала Sports.kz, болгарский тренер Николай Костов прибыл в Казахстан для подписания контракта с «Шахтером». Сообщается, что в настоящее время он ведет переговоры с руководством клуба о контракте до конца сезона. Отмечается, что Костов присутствовал на матче «Астана-Шахтер». Напомним, после 18 проведенных матчей «Шахтер» с 16 очками идет на предпоследнем 11-м месте в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги. Очередной матч «Шахтер» проведет у себя дома. 21 июля карагандинские футболисты будут принимать кызылординский «Кайсар». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания.